Предстоящий 29-й чемпионат Казахстана будет необычным, по крайней мере, на старте. Дело в том, что на сегодня три клуба Астана, Карагандинский Шахтер и Петропавловский Кызылжар не могут пока играть дома из-за неготовности полей. Мой коллега Мурат Абилмажит знает, грозит ли такая участь павлодарскому Иртышу. Сразу успокоим павлодарских болельщиков. Иртыш, в отличие от Астаны, Шахтера и Кызылжара, будет играть в своем родном городе. Да, на центральном стадионе будут менять искусственный газон на более современный. Появятся и новые тартановые легкоатлетические беговые дорожки. Уже проведены конкурсные процедуры, определен победитель. Павлодарская фирма, занимавшаяся ранее такими работами, причем без нареканий, говорят специалисты. Скорее всего, работы начнутся через 2 месяца. По-хорошему работы запланировали мы начать в середине апреля. И срок окончания работ примерно начало июля. Но, опять же, как позволят нам погодные условия. То есть там есть моменты, которые должны они выдерживать, чтобы дождя не было. Ремонт поля начнется, Иртыш будет играть на другом стадионе, потому что здесь поле полностью будет сниматься, будут сниматься полностью беговые дорожки. Подготовка будет проводиться к новому покрытию поля. Поэтому Иртыш будет играть в другом месте. Где? Ну, планируется, мы готовим стадион Жулдыз, наш стадион. В прошлом году там тоже произведена работы по перестилке поля, постелили новое поле, поле отличного качества, поэтому мы планируем там. Но, опять же, есть нюансы. Это как Федерация футбола даст разрешение там проводить игры, значит, будем проводить там. Николай Гнезилов уверен, что стадион «Жулдыз» будет допущен к проведению матчей премьер-лиги. В прошлом году здесь заменили искусственный газон. Освещение имеется, да и весной, когда игры начинаются в 15:00. Тем более летом оно и не понадобится. Единственная загвоздка на сегодня – количество посадочных мест, которых должно быть минимум 1500, а их пока 640. Но этот вопрос вполне решаемый. А так, первый домашний матч сезона 2020 Иртыш проведет 15 марта на центральном стадионе Павлодара. Мурат Абилмажит, Ниязбек Смагулов, и это Сахпарат.